Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня покажу небольшой обзор пряжи, какая пряжа у меня появилась и что я буду из нее вязать, какие у меня планы на нее. Начну я вот с такой новой пряжи. Называется она Naka Sport Wool. Это такая турецкая пряжа. 100 граммах пряжи 120 метров. Вот. Нам предлагают вязать крючком 4,5 и спицами 6,7. Можно гладить изделия. Вот. Стирать вручную можно. И сушить горизонтально. Вот здесь вот. Такие вот значки, обозначения. Вот их адрес, значит, и сайт. Кому интересно, это, я так поняла, адрес Инстаграма. На Ютубе должен быть их канал. Вот такая пряжа. На Ютубе я не смотрела, есть или нету канал. Но стоит значок вот этот вот. Я думаю, что и на Ютубе есть. Если кому интересно, поищите. Может, найдете их канал официальный. Вот такую пряжу я попробовала первый раз. Купила для того, чтобы вязать шапочку зимнюю. Для мамы я вяжу. Но на эту пряжу я снимаю уже отдельный видеообзор такой. Там я рассказываю про эту пряжу и тестирую ее, как она себя ведет после стирки. Вот, кому интересно, скоро на моем канале появится такое видео. Посмотрите. Я все подробно расскажу. Вот, это такая пряжа. Что еще могу про нее рассказать? Это значит 25% шерсть в составе, 75% акрил. Вот. Покажу сейчас еще ниточка. Такая, где тут начало? Так, сейчас я найду начало нитки. Так, вот начало ниточки. И я вам покажу, что она. Смотрите. В 6 сложений. Вот смотрите. Вот. 3. Вот 3. В 6 сложений. Ниточка идет. Она очень такая объемная. Такая мягкая, объемная ниточка. И получается, если вы будете вязать шапочку себе, то вам понадобится 2 мотка ниток. Потому что я, когда начала вязать шапочку, я не обратила внимания, что в мотке, здесь в 100 граммах 120 метров. Это получается, на целую шапку не хватит. Это только наполовину. Вот, на целую шапку надо 100 грамм, и чтобы было не меньше 240 метров в мотке, чтобы было. Вот такая пряжа. Дальше у меня лежат здесь вот 2 вот таких вот моточка. Вот это значит у меня моточек ниток Alize Angora Gold. Это такая ниточка. Идет она с блестящей ниточкой, с люрексом, с таким. Видно, такая блестящая добавлена. Эта ниточка у нас идет в 3 сложения. Ну вот, по крайней мере, вот в этом мотке здесь очень много метража. Вот смотрите, на 100 грамм. Здесь 500 метров аж.
Если вы будете, допустим, шапку вязать, с какой-то ниточкой соединять, да, то у вас даже еще останется. Вот, значит, 100 грамм пряжи, 500 метров, метраж идет, 75% акрил и 20% у нас шерсть. И 5% идет металлик. Это именно вот эта блестящая ниточка добавлена. Так. Производитель нам рекомендует крючок взять от 2 до 4. Я себе повязку вязала вот из таких ниточек крючком номер 3,5. Повязку это уже отдельно в другом видео покажу вам. Угу. Значит, можно гладить изделия, стирать вручную и сушить горизонтально. Вот такая этикеточка. Кто еще не покупал такую пряжу, рекомендую приобрести. Цвет этот называется, я посмотрела на их сайте, называется светлый джинс меланж, по-моему, так как-то. Вот такие красивые ниточки, по правде похожи на цвет джинса. И дальше покажу я вам уже другую пряжу, тоже ализе, только это у нас Lana Gold Classic. Такая пряжа, цвет это тоже тот же самый, светлый джинс меланж. Здесь в 100 граммах в мотке 240 метров пряжи, как раз вот этого моточка на целую шапочку хватит. Если кто-то себе подбирает пряжу под шапочку, то вам вот такой пряжи хватит на целую шапку, на 54 размер. Если же, конечно, у вас 56 размер, то вам надо 1,5 мотка. Вот это вам на заметку рассказываю, кто ищет информацию. Дальше. Состав этой пряжи, значит, 51% акрил, 49% шерсть. Стирать вручную, сушить горизонтально. Так, можно гладить. Крючок можно брать из спицы от 4 до 6. Вот, но я свои вязаные изделия головные стирала в машинке. Решила поэкспериментировать и постирала в машинке на 30 минут и градусы поставила 30. И они не сели, не растянулись, ничего с ними не сделалось. Так что можете спокойно стирать машинки. Ничего с ними не случится. Только самое главное, никогда не стирайте вязаные вещи, шерстяные или из акрила в горячей воде. Ну, точно сянет. И из этой пряжи я буду вязать шапочку для своей сестры. В две ниточки буду вязать. Если кто хочет связать себе шапочку, на моем канале есть такой мастер-класс. Вот. Можете перейти по ссылочке. Ссылочку я вам оставлю в описании под видео. Переходите и вяжите шапочку на зиму себе. Вот так вот я, получается, буду вязать в две ниточки. Вот, смотрите. Ну, вот эту ниточку я добавлю для того, чтобы более шапочка была такая более объемная, и для теплоты добавляется она. Если кто не любит теплые шапочки, допустим, можете не добавлять ничего, вязать в одну ниточку. Да, эта ниточка у нас идет в 5 сложений. Такая тоже высокообъемная ниточка. Хорошие ниточки вот эти, вот этой фирмы. Рекомендую. Дальше давайте я вам покажу еще ализе у меня, только другого цвета. Это мне эту пряжу подарили.
Вот, два мотка целых. Из одного мотка я уже начала вязать, точнее, уже связала себе повязку на голову. Но это я вам уже в другом видео покажу. Вот, это пряжа. Также написано 100 грамм 500 метров. Точно такая же, только цвет другой. Очень я влюбилась в эту пряжу блестящую. Мне очень она нравится. Она не колючая. Так, номер цвета 27. И это у нас называется светло-лиловый. Вот таких два моточка. Так, про эту пряжу я вам не рассказала. Номер цвета-то я вам не сказала, сейчас скажу вам. 221, вот смотрите. Если кому интересно, 221 номер. Эта пряжа также 221. Вот. Вот такая вот ниточка. Так, где тут начало-то? Вот такая блестящая тут ниточка в составе. Из этой пряжи я буду вязать что-то себе на зиму, но еще я в раздумьях. Хочу связать себе берет. Думаю, что мне одного мотка вот этого хватит на берет. На новую модель я вяжу сейчас другой берет себе, пробую. Не классический, другой. Рельефными столбиками. Вот. А вот из этого моточка я хочу связать себе, думаю, что бактус свяжу себе. Если вдруг мне не хватит пряжи на бактус, то я добавлю вот этот. От этого точно мне останется немножко. Что-нибудь потом придумаю себе связать на зиму. Конечно, я вам все это покажу, что у меня получится. Так, дальше у меня остались еще два моточка, вот таких вот сереньких. Так, это у меня пряжа называется Нака Бомбина Марвел. Такая вот пряжа. Здесь 50 граммов пряжи, 130 метров. Вот. Стирать, значит, 30 градусов. Вручную написано. Гладить можно. Так, крючок нам предлагают брать 2,5, но я пробовала вязать немножко образец. Немножко стянуто получается. 2,5 это немножко туговато. А если игрушки взять, то можно 2,5. А если какое-то изделие, я думаю, что 3-3,5 надо брать. Спицы надо брать 3 или 4. Так. Вот номер пряжи, кому если интересно. Так, и дальше состав. Состав пряжи — это шерсть 25%, акрил 75%. Пряжа очень такая мягкая. Здесь нарисована колясочка с ребенком. Для детской одежды, наверное. Все-таки она больше подходит вязать. Что-нибудь такое тепленькое. Вот их сайты, если кому интересно. Так, это вот такая вот ниточка.
4 сложения она идет. Немножко она такая вот ворсится. Вот такая вот она. Тоже объемненькая такая. Эту пряжу тоже я пробую впервые. Нака Бомбина Марвел. Вот. Думаю, что из нее я свяжу повязку на голову, которую мастер-класс я хочу выпустить. Я, наверное, все-таки из нее свяжу прямо на мастер-класс. Из этой пряжи. Вот. И, конечно же, моя любимая пряжа и дешевенькая. Это детская новинка Пехорка. Вы, наверное, все ее знаете. Минус у нее один, у этой пряжи. Она немножко скрипит. Когда вот даже вот сейчас вот трогаешь, вот так вот немножко как-то скрипит. И когда изделие свяжешь, тоже немножко вот так вот подскрипывает она, эта пряжа. Так, здесь 50 граммов, 200 метров. Это 100% акрил. Вязать написано тройкой, можно вот смотрите. Стирать вручную 30 градусов, гладить можно. Так, производитель это у нас Московская область. Цвет называется светло-серый 08. Детская пряжа это. Это такой бюджетный вариант. Хотя я начинала, когда вязать игрушки, я вот именно с этой пряжи начинала вязать. И еще я начинала вязать с ниточек Yarn Art Baby. Ну, из этой пряжи вполне можно вязать и шапочки в 2 ниточки, в 3. И береты можно вязать. Еще тут у меня рядышком лежит вот такие вот этикеточки от пряжи. Кстати, вот сколько я приобретала Пехорки всякой. Я, наверное, всю коллекцию этой пряжи скупила. Все цвета радуги. И это для себя оставила, чтобы знать, какой номер. Допустим, вот это что у нас? Светлая бегония, номер 180. И завязываю ниточки, так, чтобы знать, какой цвет и какой номер. Это вам на заметку. Я оставила себе на память. Чтобы уже, если какой-то цвет нужен, там взять это, пойти купить в магазине. Потом у меня вот Yarn Art Baby есть. Такие вот коричневые, розовые цвета. Некоторых этикеток уже нету, я их повыкидывала. Потом вот пряжа из Троицка. 3 моточка. И это я вязала. 2 зайца я взяла, здесь такой вот розовенький, и это у меня дольше. Это я взяла Мишку Серого на заказ. Такая пряжа. Номер цвета. Это такой высокообъемный велюр. А это такой мелкий велюр. Номер цвета вот такой вот. Вот так я оставляю себе на память этикетки от пряжи. Вот такой небольшой обзор пряжи я вам хотела показать. Какая у меня появилась пряжа и что я из нее буду вязать. Какие у меня планы на нее. Конечно, покажу, какие у меня получатся шапочки. Вот из этой пряжи, вот из этой пряжи. Что я свяжу себе на зиму и повязочка.
Думаю, что я из этой буду вязать. Если с другой, то из другой пряжи покажу. Вот. Если вам понравилось мое видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если кто не подписан, и пишите комментарии. Всем хорошего настроения, всем пока-пока.